Губернатор Приморья потребовал в кратчайшие сроки наладить транспортное сообщение с островом Путятина. Основные исполнители – администрация Фокина и региональный Минтранс. Напомним, островитяне записали видеосообщение, в котором обрисовали реальную ситуацию. Паромного сообщения нет, и у людей нет возможности добраться на Большую Землю на работу. Некоторых уже увольняют за прогулы. Причина сложившейся ситуации в том, что в корпусе Плашкоута, который вот-вот должен был встать в строй, обнаружили пробоину. Из-за этого сроки ремонта затянулись. Фокинские власти обещают, 26 декабря плавсредство выйдет на линию. Пока же топливо, продукты и пенсии населению доставляют. Перевозки пассажиров осуществляются другим плашкоутом. В ближайшее время установят теплый вагончик для людей. До конца текущей недели будет готово к работе судно на воздушной подушке. Олег Кожемяка поручил ответственным чиновникам лично контролировать работы на месте, пока не завершится ремонт плашкоута и оборудование теплого помещения для людей.